Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал «Самый синий в мире». Я живу в Дагомысе, 12 километров от Сочи. Зовут меня Людмила. Я снимаю море, снимаю пляж. Я езжу на экскурсии по Сочи. Я думаю, вам будет интересно. Смотрите. Ну как, вы считаете, аншлаг у нас или нет на пляже? И электричка. Электричка с Лазаревки. Вот такой душек у нас тут работает. Раздевалки. Вот, пожалуйста, вам. Эти доски с веслом. 500 рублей час на прокат. Массажик, шейный отдел 300 рублей, и пошло там лопаточный 500 и 1000, спина полностью. Куда дальше? Так. Вот так площадочка детская. Все, я вам показываю, повторяюсь. Это все детское. И пошли вдоль набережной кафе. Кафе, чебуречный, столовая, горе. И пошли, поехали. И вдоль берега, вот так, вдоль набережной идут. Я вам сниму цены. Домашняя кухня, обеды. Хинкали от 50 рублей за штуку. Пельмени 200 грамм. 160 вареники. Окрошка 60 рублей. Блины 30 рублей штука. Сэндвичи горячие бутерброды. Мохито 120, смузи 130. Молочные коктейли 100. Соки, вода, мороженое, шарики. И картофель фри. Ну, в общем, вот так. Как это выглядит. С зонтиками кафе такое. Вот еще цены вам. Шаурма с курицей. Маленькая 90, большая 160, со свининой маленькая 100, большая 180. Ну, в общем, все прочитаете. Все вроде я сделала, видно. Тут же пиво, салаты. Вот такое кафе. Кафе вот от «Ласточки» открылось. Это как дополнительно. Ну, дальше там идем. Это получается правая сторона. Один пирс. Вот это правой стороны. И дальше идет дикий пляж. Ну, дикий.